Последние годы наша экономика демонстрирует устойчивость к внешним шокам и способность развиваться зачастую вне зависимости от внешних обстоятельств. Это было и в ковид, потому что мы в 2020 году меньше упали, что привело к инфляции, к разгону инфляции, с одной стороны, они а с другой. Они предпочитают сейчас об этом не говорить. Вот я смотрю значит, аналитику западную. Да, и... У нас в разы ниже уровень госдолга, у нас существенно ниже инфляция из развитых стран, у нас в общем сейчас... В Германии 7,4, в еврозоне в целом 6,9, во Франции 5,7. Владимир Ильич, наша оценка по прогнозу темпов роста экономик мира по этому году, если можно, там следующий слайд. Да. Я смотрю на госдолг. Ну да, цифры госдолга, они 14, говорят сами за себя. 14,9 в России, 121,7 в США. Thank you.